четверг в Самарской области ожидается пасмурная и ненастная погода, повсеместно пройдет дождь и снег. Температура воздуха в дневное время 0 плюс 3, ночью 0 плюс 1 градус. Ветер преимущественно юго-восточного направления, скорость 3-6 метров в секунду. В Сызрани небо закроет тучи, в течение всего дня будет идти дождь. Днем плюс 4, ночью плюс 1. Ветер северо-восточный, скорость 1 метр в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде дождя. Днем плюс 3, ночью плюс 1 градус. Юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь и снег. Днем 1 градус тепла, ночью нулевая температура. Ветер юго-восточного направления 3 метра в секунду. Атмосферное давление пониженное, 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 94%, геомагнитное поле возмущенное, умеренная геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.